Добрый день, друзья! Сегодня мы приготовим с вами пирог. И пирог этот будет не простой, это будет шарлотка. И шарлотка будет не простая, а она будет у нас сегодня творожная. Нам сегодня потребуется творог, мука, сахар, разрыхлитель, яйца, сметана, яблоки, по желанию ванильный сахар. И мы сделаем сегодня заливку. Для заливки нам потребуется сливочное масло, немного сахара и немного корицы. Начнем с приготовления теста. Для начала разбиваем в миску яйца, всыпаем туда сахар и вначале венчиком слегка их разболтаем. Потом возьмем миксер и забьем все миксером. Сильно взбивать не нужно, только для так, чтобы растворился сахар. Все, взбиваем миксером. Взбили немного миксером сахар с яйцами. Добавляем сметану. Добавляем наш творог. Творог должен быть не сильно зернистый и достаточно влажный. Так он будет лучше в тесте разойдется. Теперь добавляем по вкусу ванильный сахар. Как я говорила, если вы не хотите, вы можете его не добавлять. Также всыпаем сразу разрыхлитель, пускай он гасится в сметане. И еще раз все хорошенечко взобьем миксером. Все перемешали миксером. Теперь добавляем просеянную муку. И также миксером взбиваем, ну не взбиваем, а размешиваем, чтобы вместить всю нашу муку. Я перемешала муку. Вот такое тесто получилось, достаточно густое, как на оладьи. И теперь мы отставляем его в сторонку, оно готово, и занимаемся яблоками. Яблоки нужно порезать пополам, очистить от серединки и нарезать дольками. В это время мы можем включить духовку, пускай она разогревается, ставьте на 180 градусов и занимаемся яблоками. Я нарезала, подготовила яблоки. Беру теперь форму. Форму я беру сегодня разъемную, застелила ее пергаментной бумагой, смазала стенки и донышко сливочным маслом. Перекладываем сейчас туда наше тесто. Переложили тесто. И теперь выкладываем наверх яблоки. Я буду выкладывать яблоки сегодня. Попытаюсь сделать в форме розочки. Вообще можно выкладывать произвольно. Ну, мы сделаем так, чтобы наша шарлотка была посимпатичнее. Яблоки берите кисло-сладких сортов. Сильно кислые они не будут так вкусно. И также очень сладкие тоже будут, не будут давать этого вкуса. Вот так вот. Я выкладываю яблоки. Наша шарлотка немножко поднимется при выпекании. Все, выкладываем яблоки. Выложили яблоки и отправляем нашу шарлотку в духовку, которая у нас уже разогрелась. Как я говорила, 180 градусов на минут 45-50. Ну, может быть, плюс-минус, больше-меньше. Это уже смотрите по своей духовке, как она у вас запекает. В конце уже проверяйте деревянной шпажкой на готовность. Все, ставим в духовку. Моя шарлотка уже почти готова. Теперь я сделаю заливку. Я растопила сливочное масло. Добавляю туда сахар. Добавляю корицу. И теперь мы смажем этой уже смесью наш пирог сверху. У нас должна получиться такая карамелизированная корочка на нашей шарлотке. Сейчас я достану из духовки шарлотку и покажу, как я делаю это. Моя шарлотка пробыла в духовке около 50 минут. Я проверила деревянной палочкой. Она у меня готова. Теперь заливаем нашу шарлотку. Вот это сахарно
коричневой масляной заливкой и отправляем в духовку еще буквально на несколько минут, на минуты 2-3, чтобы наша заливка немножко впиталась бы и сахар карамелизовался. Все, отправляем в духовку. Шарлотка у меня провела еще в духовке 3 минуты. Все, она готова. Я ее выбрала. Теперь оставляю остыть немножко в форме. А когда можно будет, уже сниму форму и положу на решетку до полного остывания. Тогда мы с вами разрежем, посмотрим, какая она внутри. У меня шарлотка остыла. Я ее переложила на плоскую тарелку. И теперь мы ее с вами разрежем и в конце я покажу, какая она внутри. А на этом буду прощаться. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайки. Обязательно, пожалуйста, напишите комментарии. И также подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. Мне будет очень приятно, если вы также пригласите своих друзей. Ну все, сейчас разрежем, посмотрим.